На сегодняшний день в Севастополе зафиксировано 6 аварийных ситуаций на сетях. За минувшие сутки ликвидировано 16. При штатной ситуации в Севастополе происходило в среднем около 10 аварий в неделю. Работают 25 бригад. В подавляющем большинстве случаев причиной неисправности становятся перегрузки при включении света. Перегорают предохранители. Настойчиво рекомендуем потребителям электроэнергии при отключении электроэнергии отключать электроводонагреватели, нагреватели и по возможности не производить их включение одновременно с подачей электроэнергии, а производить подключение данных приборов позже и рационально использовать электроэнергию. В субботу на воскресенье планируется запуск котельных в Севастополе. В штатном режиме они потребляли до 35 мегаватт. Для того, чтобы минимизировать неудобства горожан по подаче электроэнергии в связи со включением отопления, котельные будут запускаться по ночам. Около 15% из них оборудованы генераторами. В городе уже начали устанавливать вновь прибывшие установки мощностью от 1 мегаватта. Гидрометцентр обещает похолодание серьезное на следующей неделе. 4 котельных запитаем на дизеля большой мощности и 8 вот таких блоков многоквартирных домов, оборудованных электроплитами. Дневной график подачи электроэнергии для населения может быть скорректирован, если среднесуточная температура воздуха упадет ниже нуля. И котельным потребуется больше электроэнергии. Ирина Саркисова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.